Всем большой привет, я Юна, и сегодня готовим потрясающе вкусный пикантный салат из баклажан. Берем баклажаны и нарезаем их кубиками достаточно крупно. Добавляем немного соли и хорошенько перемешиваем, оставляем минут на 10. После смываем соль, немножко подсушиваем и добавляем кукурузный крахмал. Обжариваем в раскаленное масло. Баклажаны должны у нас получиться с хрустящей корочкой. Берем любые листья салата, у меня шпинат. Сюда же добавляем помидоры, можно порезать кубиками или доликами. Добавляем наши баклажаны. Сбрызгиваем все лимонным соком. Добавляем петрушку или кинзу, сливочный сыр или фету, или горгонзола. Здесь подойдет все, что вы пожелаете. И сверху добавляем бальзамический соус. Этот салат потрясающе вкусный. Готовьте, пробуйте, экспериментируйте с сыром. Всем приятного аппетита и всем до новых встреч. Пока!